Всем доброго здоровечка! Очередное видео с обзором на садовый инструмент от компании Felco. В данном случае секатор, модель номер 6. Почему очередное видео? Потому что уже на моем канале есть ролики с обзорами на инструменты от компании Felco. Кому интересно, заходите внизу в описании к этому видео. Есть ссылки на эти ролики. Ну, собственно, секатор номер 6. От компании Felco. Продается вот такой вот упаковке. Никому не рекомендую выбрасывать такие упаковки, потому что вы секатором попользовались, поработали, почистили его, смазали, положили обратно вот такую вот упаковку, ее где-то положили или вот есть отверстие, повесили, и инструмент надежно спрятан от попадания той же пыли. Очень удобно. Открывается упаковка легко. Здесь такой вкладыш, который специалисты компании Felco превратили в буклет. Довольно информативный. Здесь написано, нарисовано все о данном товаре, как за ним ухаживать, собирать, разбирать и так дальше. В упаковке есть такое вот устройство. Ну, не устройство, а такое вот приспособление, которое позволяет самостоятельно, без использования каких-то дополнительных инструментов, раскрутить ваш секатор. Используется как ключ или как отвертка. Ну и опять же хранится под рукой в коробке, которую опять же не нужно выбрасывать. Так, по поводу секатора. Секатор такой компактный, я бы сказал. Произведен компанией Felco, это Швейцария. Длина 195 мм, вес 210 грамм. По инструкции максимальный диаметр для среза данным секатором 20 мм. Это легкая, компактная модель, которая адаптирована под небольшую кисть руки. Ну, я не скажу, что у меня маленькая кисть, или скорее даже, возможно, и средняя, но я очень, как бы, удобно мне держать вот этот секатор. Значит, открывается секатор благодаря открытию вот этого запорного механизма. Он довольно удобный, и удобен еще тем, что вот эта вот часть, о которой упирается палец, никогда не зацепится за одежду и случайно ваш секатор не откроется. Почему на это не акцентирую внимание? Потому что лезвие у этого секатора острое, как нож, хороший качественный нож. И в открытом состоянии в кармане он может представлять довольно серьезную опасность. Что хочу сказать по поводу секатора? Работает как-то так надежно, добротно. Хотя и довольно компактная модель, нету никакого намека на люфт. Режущий инструмент, в частности лезвие и опорный, вот этот опорную часть, можно поменять. Все сделано из качественного материала, качественная сталь. Умудриться убить это лезвие, это еще нужно уметь. Но если вдруг что, без проблем можно поменять. Еще хочу акцентировать ваше внимание на вот этой выемке, которая есть у основания лезвия. С ее помощью можно перерезать небольшого диаметра проволоку, что очень удобно. Не нужно носить с собой какой-то дополнительный инструмент. Идем дальше. Микрометрическое устройство. С его помощью можно регулировать зазор между режущей кромкой и упором. Очень удобно. Ну и его конструкция сделано таким образом, что раскрутиться самостоятельно он не сможет. Очень хорошая штука, мне очень понравилась, и она удивила, я раньше такого не видел. Это система амортизации. То есть, когда вы режете ветку, вот ветка, но будьте внимательны, лезвие очень острое. Палец не делайте, как я, палец не вставляйте. Вы режете ветку. Нужно приложить какие-то усилия. После того, как ветка срезана, по инерции, конечно же, произойдет удар. Чтобы защитить вашу кисть и сами механизм, и непосредственно сам секатор, вот здесь есть такой вот черненький резиновый шарик, а с другой стороны есть такая резиновая шайбочка. И вот
они смягчают и амортизируют удар. Очень хорошо придумано. Мне очень понравилось. Ручка у этого секатора изготовлена из кованого алюминия, точнее сплава на его основе. В результате этого она легкая, прочная, жесткая. И что самое интересное, что вот на эту ручку производитель дает пожизненную гарантию. Очень как бы интересно, я с таким раньше не сталкивался. И что хочу еще отметить, это покрытие на ручках. Это какая-то такая интересная краска, то ли резина, то ли краска, то ли лак. Но очень удобно в результате этого лежит рука на ручках секатора. Вот такие мои первые впечатления от данного секатора. Покупался данный непосредственно вот этот секатор в интернет-магазине Клуб Рослин. Ссылка на этот товар и на страницу интернет-магазина находится внизу в описании к этому видео. На сегодня это все. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Пока.